Здесь есть такие люди, которые не скажут, что Израиль мой народ. Здесь каждый может это сказать: Израиль мой народ. И мы являемся частью этого великого искупления, которое Творец доставил нам в Иешуа, царя, в царе Израиля. Если хотите, царь иудейский. Надпись над ним, когда он висел на древе, была «Царь иудейский». Ему принадлежит трон Давида. Это клятвенный союз, о котором сказал Всевышний однажды Мелеху Израиля, царю Израиля Давиду: «С тобой заключаю клятвенный союз. На твоем троне сядет потомок твой, который будет царствовать над всеми моими коленами Израиля и будет царствовать над всем миром, над всеми народами мира». Мы сегодня празднуем великое искупление в царе Израиля, в Мессии Израиля, Иешуа, который не остался в гробу, в могиле, который поднялся из мертвых в третий день по Писанию и доставил нам жизнь, жизнь вечную, жизнь в праведности Божьей, жизнь в святости, в истине Божьей. Творец доставил нам замечательного Мессию, который никогда не умрет, у которого власть над всеми небесами и над всей землей. Ему дана эта власть управлять всей этой вселенной, всем этим миром, исправить все, что было нарушено. Друзья, праздник Пейсах называется в еврейской литературе праздник весны, праздник Хаг Авив, время весны. Что происходит весной? Что происходит? Почему Всевышний дал это пасхальное время именно весной? Он сказал, это будет началом всех месяцев, это начало вообще всего, начало, решит, это основа, в которой заложен потенциал всего последующего года. В этом начале есть источник, основа, потенциал целого народа, который изменит весь этот мир. Всевышний дал нам месяц Нисан, весеннее время, чтобы засвидетельствовать нам всем, что именно весеннее время – это свидетельство всему миру. Природа свидетельствует о воскрешении из мертвых, возвращении к жизни. Кто-нибудь наблюдал за появлением почек? Кто-нибудь наблюдал за тем, когда мы осенью расстаемся с этой пышной природой, все опадает, все, казалось бы, умирает? Все исчезает, становится очень мрачно, особенно в нашей местности, когда ночи короткие и целый день льет дождь. Все серо, все очень-очень тоскливо. Но приходит время, когда Всевышний возвращает к жизни все деревья, всю растительность, все возвращается к жизни, вся природа об этом. Мессия, Он умер в это время, и Он воскрес в это время, в третий день по Писанию Он поднялся из мертвых. Сегодня у нас замечательное время поговорить о воскресении Мессии. Что же это для нас сегодня? Что же это для Божьего народа? Может быть, нам было бы достаточно, как мы пели «Дай Даену», чтобы Он остался в гробу? «Дай Даену»? Может быть, было бы этого достаточно, чтобы Он пролил свою священную кровь, святую праведную кровь? Дай Даену, этого было бы достаточно? Для искупления? Да. Для искупления? Да. Но для того, чтобы нам жить в каждом дне жизнью полной, наполненной святости, победой над грехом и над всяким греховным началом, Творец воскресил Мессию из мертвых, дал нам вождя нашего спасения, который может жить в нашем сердце, в нашей жизни, контролировать все в нашей судьбе. Творец воскресил Мессию для нашей, написано, праведности, для нашего оправдания, синодальный перевод говорит, для праведности Божьей, чтобы мы могли научиться жить. Давайте мы пойдем с вами в теме воскресения Иешуа. Мы пойдем в книгу Деяний апостолов. Книга Деяний апостолов, 2 глава. Потрясающая проповедь апостола или шалиах на иврите посланник Иешуа, посланник своего учителя, посланник Мессии, Петр, Кефа, бывший Шимон.
этот замечательный ученик Иешуа, послушайте его первые слова к своему народу, его первые слова в день Шавуот, Пятидесятницы, когда сила Святого Духа сошла на всех учеников Иешуа, Кефа, Петр поднялся для этой замечательной проповеди, этого послания. Послушайте, что говорят нам очевидцы и свидетели. Кстати, каждый из нас верит в воскресение Иешуа по слову этих людей. Писание говорит, мы свидетели. Петр в этом скажет, мы свидетели воскресения. Мы свидетели, что Он вернулся к жизни. А вы поверили этому. Вы все последователи этого свидетельства. Вы ни на чем больше не основываетесь, как только на свидетельстве того, который что-то увидел в свое время и что-то пережил. Хотя Танах нам передает о том, что Мессия поднимется из мертвых. Писание говорит, что он, праведник, отдаст свою жизнь за неправедных, и когда он принесет свою жизнь в жертву умилостивления, он узрит потомство долговечно. Этот праведник, который отдаст свою жизнь за неправедных, после смерти узрит потомство долговечное. Каким образом он его узрит? Он же отдаст свою жизнь. В Торе, в Танахе есть намеки на то, что Творец воскресит Мессию из мертвых. И мы сегодня обратимся к очевидцам, к тем людям, которые что-то пережили, видели. Деяния апостолов, 2 глава. «Люди Израиля», использую замечательный перевод, который для меня настолько доступный. «Люди Израиля, сыновья Израиля, послушайте, вот что. Иешуа из Нацарета был человеком от Бога». Делаю акцент, потому что нам очень важно сегодня сделать акцент на воскресении. А если на воскресении, значит, с нами был человек от Бога. Посмотрите, каким его представляли очевидцы, его ученики. Иешуа из Нацарета был человеком от Бога, и это было подтверждено могущественными делами, чудесами и знамениями, которые Бог совершил через него у вас на глазах. Вы сами знаете это. Этого человека взяли под стражу согласно Божьему замыслу, который был предопределен им и известен ему заранее. И с помощью людей, не состоящих под Торой, то есть беззаконники, вы пригвоздили его к стойке казни и убили. 24 стих потрясающий. «Однако Бог воскресил его и освободил от страдания смерти. Смерть была не в силах удержать его». Потому что Давид говорит о нем так. Посмотрите, Петр ссылается на пророческий псалом Давида, который был написан за 1000 лет до того, как это произошло. Смотрите, Петр ссылается на этого величайшего помазанника Божьего. Потому что Давид говорит о нем так. «Я всегда видел Адоная перед собой, ибо он по правую руку от меня, чтобы я не поколебался. Поэтому сердце мое радовалось, и язык мой ликовал. А теперь и тело мое живет надеждой на то, что ты не покинешь меня в Шеоле, в аду, и не дашь своему святому истлеть». Ты дал мне познать путь жизни. Ты своим присутствием наполнишь меня радостью. Псалом Давида. Сказано, ты не дашь святому твоему, не покинешь его в аде, в Шеоле. И не дашь своему святому истлеть, разложиться, распасть. Помните Лазарь на третий день, что с ним начало происходить? Запах, разложение тела, оно начало распадаться. Здесь Псалом говорит, ты святому своему не дашь истлеть. Ты не покинешь его в Шеоле, в аду.
Ты дал мне познать путь жизни, своим присутствием ты наполнишь меня радостью. Братья, знаю, что могу прямо сказать вам о том, что патриарх Давид умер и был погребен. Что произошло с телом Давида? Если он умер и был погребен, его гробница по сей день находится здесь, здесь, среди нас. Это Иерусалим, первый век. Территория храма здесь, здесь Петр говорит, что здесь, посреди нас, здесь, в наших краях, Давид погребен 1000 лет назад. Он умер. О ком же он пророчествует? О ком он говорит, что святому своему ты не дашь истлеть, ты не покинешь его в Шеоле, в аду? Следовательно, здесь Петр выводит из этого текста, следовательно, так как он был пророком, то есть Давид, и знал, что Бог поклялся ему в том, что один из его потомков займет его трон, он предсказал воскресение Мессии, что именно он не будет оставлен в Шеоле в аду, и его плоть не познает тления. Вы видели когда-нибудь мертвого человека, который не поддался тлению? В третий день этот Лазарин начал издаваться трупный яд, запах. В третий день уже. Здесь Писание говорит, Бог предсказал воскресение из мертвых Мессии, что именно Он, Святой, не будет оставлен в Шеоле, в аду. И его плоть не познает тления. Бог воскресил Иешуа. Скажите тому, кто рядом с вами, Бог воскресил Иешуа. Бог воскресил Иешуа. Его плоть не претерпела разложения. Он поднялся в третий день по Писанию. Он подобно тому зерну, которое упало в землю, которое получило свою смерть там, глубоко в земле, которое было разложено, и потом после этого из него выходит что? Жизнь, росток. В третий день после принесения пасхальных агнцев в Иерусалиме на Храмовой горе священник брал первый сноп потрясения и приносил его перед лицом Всевышнего и потрясал эту меру ячменя от всей жатвы, первенец из мертвых. В тот момент, когда первосвященник потрясал этим первым снопом ячменя, Бог воскрешал Мессию из мертвых, как первенца из мертвых. Что мы получили за жатву, сыны Адама? Какую жатву мы получили? Писание говорит, все согрешили, и возмездие за грех – смерть. Вот такую мы получили с вами жатву. Но Мессия повторил наш путь. Он прошел через эту жизнь, умер, как все люди, и воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он первый сноп. Писание говорит, что всякий, кто последует за Ним, будет воскрешен в последний день. Замечательное послание этих праздников. Почему в третий день по Писанию? Потому что именно после того, когда Мессия отдал свою жизнь на 14-е Нисан, ровно в тот день, когда заколали пасхальных агнцев, Он поднялся из мертвых в третий день, когда потрясали первый сноп ячменя от всей жатвы. Всевышний дарует нам замечательную программу искупления и исправления всего человечества. Бог воскресил Иешуа. Рабби Шауль скажет, он начаток, он первенец из мертвых. Все это, всему этому мы свидетели, говорит нам Кефа, говорит нам Петр. Более того, он был вознесен к правой руке Бога. Он принял от Отца то, что обещал, а именно Руах Акодеш, Святой Дух, и излил этот дар, который вы все ныне видите и слышите.
Послушайте, Писание говорит, более того, Бог воскресил Иешуа, но более того, Он был вознесен к правой руке Бога. Он принял от Отца то, что обещал, а именно Руаха Кодеш, который был излит как дар на Его учеников и на всякого, кто Его примет. Замечательное послание жизни, замечательное послание силы, замечательное послание новой жизни, жизни в победе. Рабби Шауль, апостол Павел, Римлянам 8 глава, говорит нам потрясающие вещи в своем послании. Он говорит, если дух, если руах того, кто воскресил Иешуа из мертвых, живет в вас, тогда воскресивший Мессию Иешуа даст жизнь и вашим смертным телам посредством живущего в вас Духа. Собрание. Если Дух того, кто воскресил Иешуа из мертвых. Домашнее задание, выучите это наизусть. Мессия был вознесен по правую руку Творца. И Он принял все обетования, которые принадлежат человечеству, и излил одно из них, это руах. Это дух жизни, дух Элохим, дух Всевышнего, который дает жизнь нам. Посмотрите, Павел дальше говорит, дух того, кто воскресил Иешуа из мертвых, живет в вас. Тогда воскресивший Мессию Иешуа даст жизни вашим смертным телам посредством живущего в вас духа. Смотрите дальше, какую работу делает в нас Дух Божий. Итак, братья, мы ничем не обязаны нашему старому естеству, то есть нашей плоти, греховное начало, ецерара, чтобы жить согласно этому старому естеству. Ибо если вы живете согласно своему старому естеству, то есть греховному началу, то, несомненно, умрете. Но если вы живете по Духу, и непрестанно умерщвляете плотские дела, тогда вы будете жить. Амин. Нам дана сила с небес управлять, обуздать свое греховное начало. Подобно тому всаднику, который объездил своего коня. Направить все, что дано нам от Всевышнего, направить на службу Творцу. Нам дана сила Святого Духа, которая способна противостоять всем силам зла этого мира. Нам дана сила изнутри, которая способна выдавить всякую нечистоту из нас. Это время опресноков, время чистоты, время святости, время скромности. Время, когда мы можем избавляться от нечистоты, руах, святость Всевышнего, Дух святости подарен нам, чтобы сделать из нас новое тесто, подобное Мессии Иешуа. Замечательное время, время и послание жизни, силы, воскресения. Бог дал нам все для того, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были в победе Мессии, чтобы мы были в торжестве воскресения. Всевышний нам дал потрясающее время. Следующее послание этого же Кефы, Петра, который общается со своим народом, с сынами Израиля, с народом Израиля на Храмовой горе. Он говорит удивительную вещь. Деяния апостолов. У нас 3 глава, 25-26. 3 глава, 25-26. Деяния апостолов. Петр после большой своей проповеди, он говорит такие слова своим братьям. «Вы сыновья пророков». Послушайте, после всех событий, которые произошли в Иерусалиме буквально 50 дней назад, это Пятидесятница, Шавуот, и здесь 50 дней назад произошло распятие Мессии, произошла казнь, произошли потрясения с учениками Мессии. Петр, исполнившись Святого Духа, говорит, «Вы сыны пророков». И состоите в договоре, или в договоре, правильно? В договоре, в завете, который Бог заключил с нашими отцами, когда сказал Аврааму, «В семени твоем благословятся все межпоход земли, все племена земли, все семьи земли».
26 стих, смотрите, Петр берет знаменитое пророчество о благословении всех сыновей земли, всех семей земли, которое записано в 12 главе книги Бытие. И он говорит, смотрите, основываясь на этом пророчестве, он говорит: «И воскресил своего слугу». Смотрите, как они говорят о Мессии. «Воскресил Всевышний Бог Авраама своего слугу. Именно к вам первым Бог послал его, чтобы он благословил вас, отвернув каждого из вас от ваших злых дел». Друзья, как вам нравится это послание? Многие люди говорят за распятие, за то, что они распяли нашего Бога. Порождение Ехиднины всю вечность будете горіти муть. Вы слышали такое послание? Это называется теология замещения, которая гласит о том, что все проклятия Ветхого Завета принадлежат кому? Евреям. А благословение нам, бо мы приняли Иисуса. Здесь Петр говорит на первом дне своего служения, он говорит: Бог воскресил Мессию, которого вы же и распяли, но к вам первым послал его благословить вас. Благословить, скажите соседу, благословить. Отвращая каждого от дел своих, злых. Он дает нам шанс через Мессию поправить свою жизнь, исправить ее. Это потрясающе. Израиль, Мессия Израиля для Израиля. Мессия Израиля и Израиль – это одно. Невозможно. Завет был заключен с домом Иуды и с домом Израиля в тайной комнате. И Петр здесь говорит не о том, что что-то будет. Он говорит: вы сыновья пророков и состоите в завете, который Бог заключил. Вы состоите в завете. Вы не выпали из завета, а вы состоите в завете, который Бог заключил с Авраамом. Сегодня, если помните, эта песня, которую пел Барух, с чего она начинается? Она началась с повествования всего Божьего народа. И первое, что он говорит: Авраам, выходи из Ура. С него начинался народ, с него начинался этот завет, который Всевышний заключил с будущим народом. И через этот народ Всевышний говорит: в семени твоем, через Мессию Израиля благословятся все племена земли. И это потрясающая весть о силе воскресения. «И воскресил своего слугу, именно к вам первым Бог послал своего Сына, чтобы Он благословил вас и через вас все народы мира». Приезжаешь в Киев, памятник святому Андрею. Приезжаешь в Белоруссию, памятники святому Петру, памятники Иоанну, памятники Варфоломею, Андрею. Что это такое, друзья? Памятники евреям, которые принесли благую весть о воскресшем царе Израиля во все народы мира. И я когда-то был потрясен, что практически в Киеве никого ветхозаветных, как говорят, ветхозаветных героев нет. Там, по-моему, где-то Соломон или Самсон есть. Но в основном все герои — это еврейские ученики Иешуа Мессии, которые принесли послание жизни, благословение для всех мишпахот земли. Господь да благословит нас понять это. Подводя итог, сила воскресения Иешуа несет благословение как еврейскому народу, так и всем народам мира. В нем, воскресшем из мертвых, сила благословения для каждой семьи на этой планете Земля. Аминь, друзья. Еще одно место. Я буду заканчивать скоро. 12 стих, 3 глава. 3 глава Деяния. «Видя это, Кефа обратился к народу: люди Израиля, почему вы удивляетесь этому?
Выше сказано, что сидел человек в храме, который никогда не ходил в своей жизни. Много лет просидел у храма, просил милостыню. Петр и Яханан, Кефа и Яханан, Петр и Иоанн подняли его на свои ноги. Произошло чудо исцеления. Смотрите, как характеризует это Кефа. Видя это, Кефа обратился к народу: «Люди Израиля, почему вы удивляетесь этому? Почему вы неотрывно смотрите на нас? Словно это мы своей собственной силой или благочестием сделали так, что этот человек ходит. Бог Авраама, Ицхака, Якова, Бог наших отцов, прославил своего слугу Иешуа». Послушайте, какая формула. Это не Иисус во имя Иисуса, а это Бог Авраама, Ицхака, Якова, Бог наших отцов, прославил своего слугу Иешуа, того самого, которого вы предали, от которого отреклись перед Пилатом. После того, как тот решил отпустить его, вы отвергли святого и невинного, а вместо него просили оставить в живых убийцу. Однако Бог воскресил его из мертвых. Скажите рядом сидящему: однако Бог воскресил его из мертвых. Однако Бог воскресил его из мертвых. Вы предали, вы распяли, вы казнили, вы убили. Убили святого и невинного. Однако Бог воскресил его из мертвых. Всему этому мы свидетели. Потому что мы верим в его имя, оно укрепило этого человека, которого вы видите и знаете. Да, именно вера, приходящая от Иешуа, полностью исцелила его на ваших глазах. Сила воскресения Иешуа несет исцеление в наши тела, несет исцеление во все сферы нашей жизни. Сила воскресения Иешуа, сила воскресения, которой Бог воздействовал и воскресил Мессию, несет исцеление во все сферы нашей жизни. Телесно, душевно, духовно, эмоционально, интеллектуально, во всех сферах жизни нам принадлежит исцеление в Его имени, в имени воскресшего из мертвых. Последнее, что хотелось бы сегодня сказать, это будет у нас Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. «Всякий, кого дает мне мой Отец, придет ко мне, а того, кто приходит ко мне, я ни в коем случае не отвергну. Потому что я сошел с небес, — говорит Иешуа, — не для того, чтобы исполнять свою волю, но волю того, кто послал меня. И вот какова воля пославшего меня». То есть мы понимаем эту субординацию, да? Иешуа говорит: я не пришел от себя, я не пришел сам по себе, я не пришел творить свою волю, я пришел от того, который меня послал, который дал мне учеников, который дал мне людей, который дал мне силу творить его волю, и воля пославшего. Но волю того, который послал меня. И вот какова воля пославшего меня, чтобы я не потерял ни одного из тех, кого Он дал мне, но воскресил их в последний день. Да, так захотел Отец мой, чтобы все видящие Сына и верящие в Него имели вечную жизнь, и чтобы я воскресил их в последний день. Потрясающая надежда. Песах, время пресноков, время потрясения первого снопа, время смерти, воскресения Машеха, время исхода из дома рабства,
Время, когда мы обретаем свободу в Боге. Познайте истину. Истина вас сделает свободной. Всевышний наделил нас способностью воспринимать эту истину и получить драгоценную свободу от Господа. Творец дает нам величайшую надежду знать того, который первенец из мертвых, а за ним все Христовы, все последователи Мессии в день, когда Он придет. Об этом говорит Павел 1 Коринфянам, 15 глава. В этом послании он говорит, что вначале он, а потом все мы. Однажды он, а потом все мы в пришествии его. В последний день этого настоящего нынешнего века. Всевышний переведет нас, даст нам возможность перепрыгнуть из этого века в грядущий век. Пейсах перескочить, перепрыгнуть. Миновать из смерти в жизнь, из дома рабства в свободу детей Божьих, из мрака идолопоклонства и аморальности в истину Божью, в путь жизни, наполненный славой живого Бога. Ты не дашь рабу своему увидеть тление. Машиах, первенец из мертвых, а затем Христовы в пришествие Его. Аминь. Группа прославления, пройдите, мы прославим того, который достоин. Агнец, который был распят и был воскрешен из мертвых. Когда мы прославляем Всевышнего Бога, Он олицетворил Себя с нами. Он олицетворил в лице Мессии, отождествил Себя с греховным человечеством. Всевышний Дух, Он есть Тот, который никогда не начинался и никогда не закончится. Его невозможно увидеть, но через Мессию Он выразил свое сердце. Он рассказал, кто Он. Он показал, как Он любит нас. И это замечательное послание об воскресении из мертвых. Исправление всего мира. Возвращение к жизни. Творец позволил нам уже сегодня перепрыгнуть, перейти, миновать царство тьмы. Царство зла, царство проклятия греха, и войти в жизнь и в свободу всех детей и сыновей Божьих. Друзья, это замечательное время. На этом мире, на этой жизни не заканчивается ничего. Творец приготовил для любящих Его прекрасный день, время, когда мы перепрыгнем с настоящего в будущее, с временного в вечное, с тленного в бессмертие. Всевышний да будет благословен посреди нас. Кто готов прославить Бога Авраама, Ицхака, Якова за своего слугу Иешуа, который отдал свою жизнь за всех нас и был воскрешен и вознесен десницей Божьей по правую руку Творца. Мы прославим Его, поднимемся. Слава Тебе, Творец, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, сотворивший весь мир, всю вселенную, заключивший союз с нашим народом, пообещавший благословить все семьи земли, в семени Авраама. Творец, Ты поднял великий народ, Ты освободил его из дома рабства, Ты дал тысячи и тысяч пророков, великих людей Писания. Господь, Ты дал величайшее множество святых и праведных, через которых Ты доставил этому миру божественный свет. Ты привел в этот мир Мессию Израиля, Иешуа, который отдал свою жизнь за нас, за свой народ, за преступления народа моего, претерпел казнь. Твое слово говорит, когда душа его принесет жертву милостивления, он, раб мой, праведник, оправдает многих и узрит потомство долговечное. Благодарю Тебя, Отец, за все долговечное потомство, которое Ты знал от начала, которое во всех веках Ты поднимаешь, которых Ты воскрешаешь из мертвых, возрождаешь к жизни. Благодарю Тебя за все тело Мессии. Благодарю Тебя за всякого верующего человека. За тех, кто сегодня делает эту работу исправления в этом мире, привнося Твой божественный свет, свет Мессии, свет Торы.
по этой причине. Я с тех пор, как услышал о вашей вере в Господа Иешуа и любви ко всему Божьему народу, непрестанно благодарю за вас. В своих молитвах я постоянно прошу Бога нашего во имя Мессии Иешуа, прославленного Отцом, даровать вам дух мудрости и откровения, чтобы вы познали Его глубину. Я молю, чтобы Он просветил взор ваших сердец, чтобы вы могли понять, для какой надежды Он призвал вас, какое богатство славы присутствует в том наследии, которое Он обещал своему народу. И как безмерно велико Его могущество, действующее в нас, доверяющих Ему. Он действует той же великой силой, которой Он воскресил Мессию из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. Гораздо выше любого правителя, власти, силы, господства, любого имени, которое можно найти в Олам Газе, в этом мире, в настоящем веке. И в Олам Аба в будущем веке. Кроме того, Он все положил к Его ногам и сделал Его главой всего в мессианской общине, в теле Своем, которое есть Его тело, полное отображение того, кто наполняет собой все творение. Отец, я благословляю всю общину Бейт-Иллель именем Твоим, сотворивший небеса и землю, Адонай. Пусть Дух премудрости и откровения будет на нас для познания той глубины, которая сокрыта в Тебе. Пусть сила воскресения Иешуа исцелит Твой народ, животворит Твой народ и восстановит все сферы нашей жизни. Да царствует Твоя праведность, да царствует Твоя Тора, да царствует великий Машиах на своем троне, на троне наших сердец, на троне своего народа, на троне всех народов мира, Царь царей, Господь господствующих, грядущий Машиах. Благословен Ты вовеки. Благословен. Аминь. Аминь. Мы прострем свои руки для последнего благословения. Бог сказал Моше: скажи Аарону и сынам его, чтобы так благословляли сынов Израиля. Так призывали мое имя, я благословлю их. Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Аминь.